Бокертов, Бокертов, за дырхшенату. Цлибета, фигеш буксик, краци плас от штеки в лим. Краци, браци. Бокертов, Бокертов, я сам на Максимилу. Не прокачай. באזור של רטרוע יש הרבה פארקים גיאותרמליים. אחד מהם זה ומנגו, עמק הוולקני. Вот оно, озеро с кварчащей сковородка. ההרגשה כאילו אנחנו זזנו מיליארד לט בזמן אחורה ונמצאים בתקופה של דינוזאורים. אינפרנו, האגם הוולקני, בצבע טורקיז מטורף, זה יהלום שבכתר של הפארק הזה. Это у него спа. Мало того, что болото, оно еще и горячее болото, представляешь? הפארק הזה משתרע בשטח ענק. בסוף המסלול מגיעים לאגם רטמחנה. בצד השני של האגם נמצא הר קרברה שפעם היה הרגש. הפארק השני שהגענו אליו לאחר נסיעה קצרה נקרא ויוטאפו, הארץ נפלאות התרמליות. завтра пойдем в такие джакузи. Вот так выглядит ад. Деревья какие-то другие совсем. А, вот он, Шампейн Пул. Очень красивые цвета, да. А сейчас туман заполонил вот это вот. Не видно, это тот розовый цвет. Я надеюсь, что там мы его. А что, черных лебедей здесь нет? Да. Жуткая лужка какая-то, да? Как кошмарная. הפארק הזה אפילו אהבנו יותר מהקודם.
медный анен. Сто градусов написано, а там птицы ходят. Любители спай саун. Ядовитая вода. Ух ты! Я считаю, что орки первые вылезли вот именно отсюда. Я тебе говорю, орки вот вылезали из этих недр. Правильно? А кто такие орки? А вот эти, которые... Властелин колец, это я понимаю, но здесь никто их не снимал. Как не снимали? Да, вау! Вот это отрава! Какая красота! Просто нереальная какая-то вода. Это изюминка этого парка. И ее они оставили на самый конец, как и полагается. Вот эти дымящиеся горы. Парк просто зашел по полной программе. Настолько мы как бы заходили так спокойно, а валь. Дым. Шут на дым. Обалденище. Обалденище. Вот давно я уже это. Как обычно мы так вот это именно испытываем такой поросячий восторг. И наконец-то это происходит. Волк у нас происходит здесь. Нам не хватило сегодня парка. Талест 3 on the walk. Нет, Талест.